Люберецком округе на 20 полноправных граждан страны стало больше. Юные жители муниципалитета получили свои первые паспорта. Церемония вручения прошла в торжественной обстановке в картинной галерее. Основной документ гражданина России молодежь получила из рук главы округа Владимира Ружицкого. В этом зале, как правило, мы собираем ребят 14-летних, которые уже что-то доказали в жизни, в учебе, в спорте, в каких-то увлечениях. И здесь именно такие ребята собрались. Поэтому я хотел бы вам пожелать в таком режиме дальше двигаться, дерзать, эту жизнь обуздать. Вместе с паспортом новоиспеченные граждане России получают возможность быть более самостоятельными. Теперь они имеют право путешествовать по стране без родителей, распоряжаться личными доходами, открыть вклад в банке и получить пластиковую карту, запатентовать интеллектуальную собственность. Но вместе с тем у подростков становится и больше обязанностей. За уголовную, дисциплинарную и гражданскую ответственность им придется отвечать самим. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.